Лиока. Джин? Ага. Эзра? Клэр? Лола? Да, да и да. А? Ты встречался со всеми девчонками в 8 классе? Со всеми, кроме Хайди Клингер. Ты что, рекорд хочешь установить? Еще чего, просто ищу свою любовь. А, подожди минутку, мой милый Ульрих. Ты пойдешь со мной сегодня в кино? Смотри, что там идет. Приключения в тропиках. Ой, нет, вот засада. Я уже смотрел, жаль. Я с тобой пойду. Куда? На фильм. Класс, ну пойдем. Эй, правда? Нет! Слушай, а ты правда ходил на приключения в тропиках? Да ты что? Я лучше на контрольную пойду, чем сидеть в кино с Сиси. Как ты меня бесишь, Штерн. Считаешь себя крутым, да? Я тебя отучу смеяться. Ух ты! Ну приступай, чего ж ты ждешь? Ай, не так, это больно. Вот что ревность с людьми делает. Чего? Говорю, что ревность людьми делает. Да, и любовь тоже лишает ума. Ну, я пойду за Элитой. Я обещал ей круассан. Она их любит есть с горячим шоколадом. Что ты там говорил про любовь? Чего она там, говоришь, лишает? Нет правил без исключений. Кстати, о горячем шоколаде. Мне тоже пора. У меня свидание с Хайди. Отдашь ей свой круассан? Да шутишь, что ли? А я что буду есть тогда? Ульрих. Эй, Джереми, ты не видел Ода? Он обещал сегодня позавтракать со мной. Спасибо. Просто невероятно! О, привет, Юми. Слушай, а у тебя есть ответы на контрольную по математике? О, как хорошо, что я почистил сегодня зубы. Джереми, объясни, зачем целовал меня на глазах у Ода? Ты о чем вообще? Ты с ума сошла? Элита! О, нет. Джереми. Всем привет. Подвиньтесь, чтобы я поместился. А не хочешь сесть к Хайди? Она там одна. Послушай, я не знаю, что это за дела, но клянусь тебе, что... Видишь ли, в чем дело? Это был удар ниже пояса мне, мистер Романтик. Но я... Наверное, круассан тебе уже не нужен. Пока. Эй, Ульрих! Хорошо, что я тебя встретил. Вдруг ты еще не знаешь? Юми встречается с Матесом Дюрелем. Что? Всем привет. Эй, спасибо. Так тебе нравится Дюрель, да? Он хороший, а что? Целуется хорошо, а? Что? А я откуда знаю? Хватит, Юми, Уильям видел. Я все видел. А? Что за...
слухи, что я встречаюсь с Матиасом Дюрелем. Не смешно. Ходят слухи, что я целовал Хади Клингер. Хм? А, круассан? Я не голоден. Юми. Олерих никуда не пойдет. Я слышал, как он сказал. Эй, легок на помине. Может быть, ты спросишь сама? Эй! А что такого? Как у него получается? Что у него есть такого? Да все, кроме этих прыщиков. Только попробуй повторить. Привет, Юми. Как твои дела? Итак, в прошлый раз мы обсуждали причины Первой мировой. Это надо поговорить. Не в классе же. Сараева с убийства эрцгерцога Франца Фердинанда. Наследчика... Я поцеловал Хайди. Да не целовал я Хайди. Я все видел. Как можно было так поступить с Содом? Да, ну а ты? Целовался Сиси, чтобы отомстить Юми. А так можно? Что? Но я же не целовал Сиси. Я все видел. А теперь первый вопрос. Когда умер Галиени? Ну, класс, я жду. Ульрих, когда умер Галиени? Под конец своей жизни. Штерн, что ты здесь делаешь? Ты должен быть в классе. И ты здесь, Йоланда. Аэлита! Джереми, ты хотел поговорить? Да. Поговорим о тебе и Николасе. А? Надеюсь, он целуется лучше, чем учится. О чем ты говоришь? Я не целовалась с Николасом. Я не верю. Сначала ты целуешь этого неудачника, а потом лжешь мне. Но, Джереми, поверь. Прекрасно. Выставить меня дураком перед всеми, как тебе верить, если ты лжешь мне? Как ты могла? Ты очень подвела меня. Даже не представляешь, насколько... О, нет! Да не целовался я с Сиси! Алло! Уже она атакует! Ладно, встречаемся в парке. Привет, это Элита. Оставьте сообщение. Элита! Я все могу объяснить. Поцелуи — это просто новый фокус Зены, чтобы... Какая-то ерунда. Он же над нами властен. Я знаю. Но еще знаю, что не целовался с Хайди. А значит, где-то должен быть клон Джереми. И клон Юми. И мой клон, кстати, тоже. Да, уверен, это дело рук одного полиморфного клона. Поли кого? Полиморфный клон. Меняет внешность как угодно. Зена, видимо, прислал призраков, которые принимают чужое обличье. Зачем? Чтобы поссорить группу. Разделяй и властвуй. Зена очень умен, в отличие от нас. Думаю, Од был прав, и ревность влияет на мозг. Слушай, надо идти в Лиока и решать это. Эй, а где Элита? Ушла. И все из-за меня. О, браво! И где ее искать? Наверное, я знаю. Элита! Джереми? Прости меня, Элита. Так ты больше не сердишься? Нет, я все понял. Видишь ли, Зена использует полиморфа, который меняет внешность. Так ты не целовался с Хайди? Нет, пойдем. Нам нужно бежать на фабрику.
Я не слишком тебя расстроил, правда? Пойдем. Аэлита! Джереми, но... Это Зен! Он сделал клон, чтобы обмануть тебя! Не слушай его, Аэлита! Он Зена! Если я правильно понял, и один из этих... Тот самый поликонь, да? Полиморфный клон от... Аэлита, поверь мне! Не слушай его, я настоящий, ты знаешь это! Я целовал тебя! Да, точно! Настоящий Джереми так не поцеловал бы меня. Быстро к сканерам! Я начинаю виртуализацию. Трансфер Юми. Трансфер Аэлита. Трансфер Ульрих. Сканер Юми. Сканер Аэлита. Сканер Ульрих. Виртуализация. Вот так превратись теперь в какого-нибудь задохлика. О, нет, не в него. Я знаю таких. Маленький, но упрямый, как клоп. Скорее! Я разберусь. Ну что я говорил? Yeah.
все. Юми, опасность на 10 часов. Я подгружаю ультраскут. Элита, скорее! Я почти на месте. Отвлекись ненадолго от монстров. Эй, у нас не пикник. Все нормально, Юми? Джереми, мне нужен ультрабайк. Понял тебя. Не бойся, Юми, справимся. Вот. Ладно, Поли, чудик, сейчас мы тебя преобразим. Девиртуализация. Эй, Джереми, это еще что? Джереми, ответь! Что ты с ним сделал? Юми! Не поверишь полиморфу, правда? Ох, нет! Стой, глупый! Я настоящая Юми! Ага, да! Ты думал, я поведусь на это? На счет три мы уничтожим тебя! Раз, два, три! Я! Джереми, ты должен очнуться! Ульрих, скорее! Память Айлиты почти выкачали! Брось ее, ты слизняк!
злая элита. Элита! Я в порядке. А вот я не уверен. Если это так, Иоланда, зачем ты меня целовала? Я? Целовала? Тебе нужно отдохнуть, Джим. Будь умницей и померь температуру, хорошо? Как ты догадался, что я настоящая? Ты обозвала меня глупым. Зена бы так не сказал, он меня слишком уважает. Да нет, просто Зена тебя знает хуже, чем Юми. Джереми, можно тебя на минутку? Хочу проверить кое-что, можно? Ну, конечно. Что проверить? Так и знала. Джереми, вернись на землю. Хорошо бы Зена притих ненадолго. Джереми нужно время, чтобы прийти в себя. Пошли, ребят.